Hi guys, welcome back to Junris Blagada Reaction. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Spasiba and privet to all of you guys, and kakdila to all our Russian friends. I hope you are doing well. And the title of this video that we need to do some reaction for today is Foreigners' Comments About Russian. And this is our 8th doing with this Foreigners' Comment About Russian. And credit to the owner also with the video, of course, our favorite content creator to Tablet Memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button. Click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video, drop it on the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. Let's get to it. Enjoy watching and listening to this one. And please turn on the CC down there, the subtitles. I hope you enjoyed watching with this one, and I want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video. Enjoy, guys! Wow! Thank you so much for this Привет! All our Russian friends. Здравствуйте, дорогие друзья, и это новая 126-я часть нашей любимой рубрики «Перевод комментариев иностранцев под видео о России». И, как всегда, много интересных видео для вас, ну что, поехали. А первое видео с реакцией иностранцев на русскую бабушку и АК. А перезарядить? Да. Сильно. Дергай. Никак, сынок. О. Давай. Бог с тобой, сынок, не отвлекай от вареников. Переходим к комментариям. Первый. Это самое русское, что я когда-либо видел вообще. Следующий комментарий. Бабушка, когда она видит немецкого туриста в городе. Следующий. Ее не тренировали, этому это просто в ее крови. Дальше. Я точно не знаю, что здесь происходит, но мне кажется, что-то очень хорошее. Белка на дереве так не кажется. Следующий. Запрашиваю разрешение. Вижу капиталиста. Устранить. Дальше. Это, возможно, самое русское, что я когда-либо видел. Русская бабушка, которая носит ушанку. Танку стреляет из Калашникова зимой, русский автомобиль на заднем плане и в конце крест православный. И последний комментарий, в конце она перекрестилась, это просто золото. А мы переходим к следующему очень красивому новому видео о зимнем Байкале с реакцией иностранцев. Смотрим. Байкал. О, Lake Baikal. It's very famous in Russia. Oh, it's... Oh my god, it's icy. Oh, someone can bring me there, in that beautiful place. Wow, this is amazing. Oh my god, the stalactites. Beautiful that is. Oh my god. This is breathtaking. Oh please, I want to go there and visit this beautiful place. This is Lake Baikal and it's getting... Вот так вот годы идут, а я все еще ни разу не был там зимой. Позор мне, переходим к комментариям. Первый, потрясающе. Очень хотел бы побывать там когда-нибудь. Yes, дальше, шикарно. Следующий, фантастическая работа. Очень крутое Amazing. Место. Дальше, хотел бы я знать кириллицу, чтобы прочитать все эти русские комментарии. Прекрасная матушка Россия. Дальше, дух захватывает, какие виды. А мы переходим и их реакция. А мы в России. Вот так вот. Вчера мы только снимали видео о Хельсинки, а сегодня мы в Санкт-Петербурге. Россия.
У нас нет никаких планов, потому что мы не ожидали, что появимся здесь, вот буквально 2 дня назад. Но сегодня мы планируем поучаствовать в туре по городу. Ну, пока что мы здесь увидели. Санкт-Петербург очень современный город. Он невероятно красивый. И вот, как сказала она, он очень к себе располагает. И он очень европейский здесь, вот в европейском стиле здания. Очень много исторической архитектуры. Ну, а также он очень современный. У нас получалось все оплачивать кредитными картами или прислонив телефон. Вот везде, где мы только не были. У нас здесь был завтрак. Мы купили мороженое в магазине на колесах, который стоял на обочине. И даже там мы оплатили карты. Нам вообще не приходилось здесь менять валюту. И вот как она сказала, вот все, кого мы здесь встречали, невероятно дружелюбные. Ну, возможно, кроме охранников, которые вот такие вот серьезные стояли. Ну, по-моему, это нормально, да. Для охранников это вполне нормально. И вот такой вот мы получили опыт в Санкт-Петербурге. Целый день гуляли. Я скажу вам вот что. Я действительно думаю, оно того стоило, но я вам порекомендую оставаться здесь как можно дольше. Гораздо больше, чем один день. До того, как мы сюда приехали, я была совсем не уверена, что Россия это то место, в которое я хочу приехать и в которое я потом хочу вернуться. Но после того, как мы здесь побывали в Санкт-Петербурге, я действительно хочу вернуться в этот город и в Россию в целом. Да, если в России есть хоть что-нибудь, как вот в Санкт-Петербурге, это просто шикарно. Я просто очарован этим городом. Да, представьте, друзья, какая информационная блокада. Как они искренне удивляются тому, что в России такие красивые города. Переходим к комментариям. Первое. Я провел 19 дней в Москве и 10 дней в Санкт-Петербурге в 2007 году со своей женой. Мы не участвовали ни в каких турах, просто гуляли. Я полюбил это. Действительно, там нужно больше времени. Я также путешествовал по многим другим странам, и очень жаль, что у нас в США средства массовой информации так промывают мозги по поводу некоторых стран. Я понимаю, что у США с другими странами есть какие-то проблемы, но вот это вот промывание мозгов, в конце концов, просто ложь. Следующий комментарий. Я действительно переехал из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и живу здесь уже на протяжении 10 лет. Я наполовину русский, наполовину американец. Этот город просто потрясающий. Вам нужно как минимум несколько недель для того, чтобы исследовать его и посмотреть все самое интересное здесь. И Россия в целом просто великолепная страна. Это так отличается от той картинки, которую рисуют нам Голливуд и западные средства массовой информации. Да, представляете, как расстраиваются американцы, которые приезжают в Россию в бронежилете, в шубе, поснимать медведей. Следующий комментарий. Средства массовой информации Соединенных Штатов, к сожалению, очень коррумпированы. И эра пропаганды холодной войны до сих пор имеет место быть. И последний комментарий. Моя семья и я поехали в Санкт-Петербург и в Москву на чемпионат мира по футболу. Мы оставили эту страну с невероятным впечатлением и чувством, что там действительно нужно провести гораздо больше времени. Там еще можно так много всего посмотреть и прочувствовать, а люди, с которыми мы общались, были очень добры. А мы переходим к следующему видео об очередном конфликте российской и американской армии в Сирии. Those were nice words from these foreigners. He really break the stereotype. Oh my god, seeing this nice. Oh. Wow. Слушайте, по-моему, американцам нужно просто вернуться домой и разбираться со своими проблемами. Там у них опять спалили несколько городов. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Это не Сирия атаковала свободу Соединенных Штатов Америки. Следующий. Разве у США нет больших проблем дома, чем конфликтовать в Сирии с Россией? Следующий комментарий. Русские должны остановить их и сказать, чтобы они предъявили регистрацию и водительские права. А также проверить их транспортные средства на наличие всяких джихадистов. Дальше. Помните все. Россия была приглашена в Сирию сирийским правительством. Тем временем, как США, нет. Следующий комментарий. Похоже, Россия просто делает свою работу, о которой их попросила Сирия. А Америка вообще не должна там быть. Дальше. Отличная работа, товарищи. Даете отпор забиякам. Тролли из ЦРУ опять будут плакать в ярости. И последний комментарий. Я вот не знал, почему западные страны настолько богаты, пока не узнал, что, оказывается, они воруют природные ресурсы из беззащитных стран. Друзья, ничего ты не понимаешь. На самом деле, как происходит? Эти беззащитные, коварные страны
наносит сначала биологическим оружием удар по своему собственному народу, а доблестные американцы приходят на помощь и приносят целый такой большой развязанный мешок со свободой. А наш выпуск подходит к концу. Хочу сказать, что недавно кто-то поддержал канал. Хочу поблагодарить за поддержку Юрия Юрьевича, Сергея Валерьевича из Владивостока. Владивостоку привет. Также благодарен Михаилу Николаевичу, Наталье Васильевне. Спасибо Юлии. Также благодарен Ане Олеговне. Огромное спасибо Николаю Александровичу, Светлане Владимировне и огромный привет Максиму Сергеевичу. Также спасибо Рентгену, который пожелал успеха. Oh, goodness gracious, there's a lot to talk with regards to this video once again. Reading those comments, that's mind-blowing. And like seeing the beautiful Lake of Baikal and seeing the nice like comments of the tourists from going to Moscow and then to St. Petersburg, and they're saying that it breaks the stereotypes of what the Americans saying about a Russian or the other like country saying about the Russian. See, getting into it, like experiencing the country of what you heard from the others negatively, and then once you go there, it will change everything. And that's amazing. I really love to hear the comments of the foreigners, because sometimes if they experience, if they go there, if they feel in there, and then it will change what they are thinking and what they heard before about on this country. Oh my God, this is amazing and this is incredible. And you learn something also with it, because they are really true. That's why they commenting, because they experienced with themselves, and that's amazing. And thank you so much once again, because I enjoyed watching and like reading with their comments with the foreigners, because might be someday we'll going to Russia. At least we know already how beautiful, how amazing Russia is, an astonishing country and like a beautiful people. So thank you so much once again to the owner of the video, to Tablet Memory, for creating such an incredible like a compilation of foreigners comments about the Russians. And guys, if you enjoyed watching with this one, if you really want to see the full video and connect to the owner of the video, it's in the description box below. And if you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect, my social media account is in here guys. Thank you so much and have a good day everyone. Privet and spasiba to our Russian friends. God bless everyone. Bye bye. Mabuhay po tayong lahat.